В Красноярске появились мобильные пункты приема на военную службу. Один из таких сегодня заработал возле торгового центра в Покровке. Там же выставили образцы военной техники, гаубицы и тягачи. Проходящие мимо люди смотрели видеофильм на большом экране и фотографировались у машин. Как сказал работающий на месте профессор кафедры артиллерии СФУ, с начала дня уже больше 10 человек подписали контракт на этом мобильном пункте. Возникла необходимость сейчас в стране увеличения, совершенствования оборонительных возможностей нашей страны. И поэтому дополнительно набираются люди на военную службу. Если он попадет на специальную военную операцию, то где-то от 200 до 290-300 тысяч. С учетом всех надбавок и премий. Приняли закон государства, что сейчас по контракту можно идти, сразу закончив школу, с 18 лет.